Передаю слово Валерию. Добрый день всем еще раз. Спасибо, что подключились. Давайте начинать, чтобы не затягивайтесь. Кто-то подключится к нам позже. Я думаю, что это не проблема. Потом запись все равно будет доступна всем на YouTube-канале. Ну и, собственно, мы ссылочки всем заинтересованным продублируем. Сегодня, в рамках сегодняшнего нашего вебинара, мы хотели такую поднять достаточно высокоуровневую тему, затронуть и обсудить такой вопрос. Каково же место автоматизированного пентеста в рамках процесса управления рисками информационной безопасности? В процессе этой дискуссии мы затронем такие темы, как, собственно, как выглядит типовой процесс управления рисками безопасности, какие инструменты анализа защищенности в рамках этого процесса в принципе применимы, ну, используются в разных организациях, ну и в чем ключевые отличия автоматизированного пентеста от тех инструментов, которые мы все знаем, ну или может быть, не все знаем. Что касается нашего общего регламента, я думаю, что мы не будем как-то жестко ограничивать возможности по тому, когда, какие вопросы можно задавать. Если какие-то вопросы будут возникать в чате по ходу доклада, которые будут касаться темы конкретного, ну, текущей обсуждаемой темы, то можно смело задавать, мы попробуем ответить на них по ходу презентации. Если какие-то вопросы чуть где-то сбоку, не совсем по теме или требует большего времени для полноценного развернутого ответа, то мы их постараемся вынести в конец и, собственно, тоже ответить, если уложимся в рамках нашего временного окна. Если что-то ответить не успеем, значит, мы постараемся в офлайн вынести эти вопросы и обсудить, естественно, со всеми заинтересованными, если у кого-то останутся какие-то неотвеченные, нераскрытые вопросы, нераскрытые темы. Начнем с описания, собственно. Если мы говорим про процесс управления рисками, то нужно как-то синхронизировать наше понимание, о чем мы будем говорить. Процесс управления рисками – это, собственно, такой большой глобальный процесс в рамках любого отдела безопасности в любой организации. Автоматизация пентеста позволяет повысить эффективность сразу нескольких ключевых процессов ИБ, но ключевая цель всех процессов информационной безопасности – это в первую очередь обеспечить эффективное управление рисками, то есть эффективная оценка рисков, эффективное снижение рисков. И поэтому важно в первую очередь рассмотреть детальнее именно верхнеуровневый процесс, самый глобальный управление рисками. И потом, возможно, если будет интерес, мы проведем какие-то отдельные точечные вебинары по автоматизации конкретных подпроцессов в рамках управления рисками ИБ. Ну, например, могут быть какие процессы, процессы реагирования на инциденты или процессы защиты данных, ну и то, как автоматизация пентеста может помочь в этих процессах. Сегодня мы сфокусируемся на самом основном, самом глобальном, на управлении рисками. Методик описания процесса управления рисками достаточно много. Каждый выбирает свою, у всех есть свои какие-то нюансы, отличия, но мы для нашей презентации, для нашего вебинара выбрали такую самый классический, наверное, подход к управлению рисками ИБ, который всем более-менее, я думаю, будет знаком. Но, опять же, чтобы мы все были на одной волне, вкратце я проговорю, как мы видим процесс управления рисками в контексте сегодняшней презентации, сегодняшней дискуссии. В рамках любого процесса управления рисками нам важно в первую очередь выполнить оценку рисков. Оценка рисков, как правило, складывается из трех составляющих. Это определить применимые угрозы, оценить ущерб от реализации угрозы, ну и оценить вероятность реализации угрозы. Из этих трех слагаемых мы получаем, собственно, оценку уровня риска, ну или там неслагаемых, на самом деле это множители, факторы риска. Полученная оценка риска, она определяет то, какие контроли информационной безопасности мы можем и там будем применять для его снижения или сдерживания. Ну и, собственно, контроли будучи реализованы, они, собственно, эффективно либо неэффективно снижают уровень риска. Оценка эффективности контроля – это, собственно, именно поэтому это такая важная задача, которую также необходимо выполнять на постоянной основе в рамках процесса управления рисками. Ну и варианты, как эти контроли могут оцениваться, тестироваться, они, собственно, тоже есть какие-то классические подходы и, как правило, сводятся к трем таким крупным блокам, к трем китам. Первый – это процесс сканирования, анализа уязвимостей. Второй – это тестирование на проникновение. Ну и третий – это аудит конфигурации. Так как контроли могут быть у нас процессные, могут быть, например, контролем может быть процесс управления доступом, контролем может быть некие процедуры по соответствию best practice, и контролем у нас могут быть технические решения, внедряемые для снижения ущерба от угроз, либо для снижения вероятности реализации угрозы. Ну и, собственно, любые из внедряемых контролей необходимо тестировать, проверять на их эффективность. Ну и так как мы говорим про автопентест, то здесь мы, собственно, подсветили блок, связанный именно с тестированием на проникновение. Ну и чуть позже я подсвечу, почему мы подсвечиваем, дальше я расскажу, почему мы подсвечиваем именно этот блок. Почему он, наверное, один из самых важных в рамках управления рисками. Какие варианты с точки зрения конкретных решений есть у нас, если мы хотим оценивать наши контроли в рамках процесса управления рисками именно в плане готовых законченных решений? Ну, на текущий момент мы можем говорить, наверное, про 5 таких сформировавшихся решений, имеющих свои какие-то ниши на рынке, сегменты. И это, в первую очередь, сканер уязвимости, который позволяет выполнять аудит, анализ сканирования уязвимости, аудит конфигурации. Это, собственно, пентест, который может выполняться различными методами, например, в рамках услуги по ручному пентесту, в рамках самостоятельного внутреннего процесса с помощью инструментов Network Penetration Testing Tools, и либо может выполняться автоматически с помощью решения автоматизированного пентеста. И чуть сбоку, где-то здесь же в блоке пентестов, но немножко с краю, находится решение BAS, Breach and Attack Simulation, для точечного анализа отдельных контролей ИБ. Ну и, собственно, автопентест мы видим также здесь, в блоке с тестированием на проникновение. Чем принципиально будут отличаться вот этот центральный наш блок, который мы выделили цветом, и крайние левые и правые блоки. Левые и правые блоки закрываются сканерами уязвимости. Центральный блок здесь достаточно плотно, достаточно тесно сосредоточено несколько решений. 4 класса решений, как минимум, которые можно применять. В чем здесь главный нюанс? Нюанс в том, что сканеры, работая как в области анализа уязвимости, так и в области аудита конфигурации, они не решают задачу практической оценки защищенности. Сканеры не позволяют применить техники атак, направленные на эксплуатацию ошибок конфигурации, на эксплуатацию поведения пользователей. Ну и таким образом оценка сканеров является неполной с точки зрения практики. Сканеры оценивают риск теоретически, без учета достижимости уязвимости, без учета их эксплуатируемости в конкретной сети, и без учета и результативности применения эксплуатации, что конкретно может получить злоумышленник в процессе эксплуатации уязвимостей, если она для него достижима и эксплуатируема. Таким образом, оценка сканеров является нерелевантной без должного дополнительного ручного анализа. Поэтому помимо теоретического анализа риска важно выполнять практическую оценку защищенности в режиме пентеста. Причем здесь я позволю себе некую такую провокационный посыл дать. На наш взгляд, приоритеты должны быть такими. Вначале надо выполнять пентест с большим приоритетом, затем выполнять сканирование на уязвимости. Почему так? Потому что, во-первых, зачастую ресурсы каждого отдела ИБ, они в любом случае ограничены. Ну и зачастую они не позволяют в полной мере реализовать оба подхода. То есть и просканировать сеть на уязвимости, и настроить эффективный процесс патч-менеджмента вокруг этих уязвимостей, и выполнять пентест с достаточной регулярностью, чтобы оценивать риск практически, и еще и выполнять сканирование сети на предмет аудита конфигурации, на комплайенс, на соответствие каким-то best practices или собственным внутренним методикам. Поэтому важно начинать именно с практической оценки, потому что ее результаты, они будут обладать наибольшей результативностью с точки зрения повышения эффективности контроля ИБ с наименьшими трудозатратами от отдела безопасности. Еще один момент, почему, помимо того, что важно выполнять практическую оценку, почему важно выполнять эту оценку регулярно. Все мы понимаем, да, что современный быстро меняющийся ландшафт, вообще быстро меняющийся мир, технологии, они влияют так или иначе на изменения в инфраструктуре наших организаций. И традиционный подход с выполнением пентеста раз в году или там, раз в полгода, его уже недостаточно. То есть в случае, если мы выполняем пентест на ежегодной основе, то да, мы можем привести уровень риска для нашей организации на приемлемый уровень сразу после выполнения пентеста, но затем появится новая уязвимость, появится новая информационная система, там, появятся новые привилегии у пользователей, новые данные, хранимые в сети, новые устройства будут внедрены. Все это так или иначе будет отражаться на уровне риска и, как правило, не в лучшую сторону. При этом, если мы выполняем пентест постоянно, то мы можем быть более-менее уверенными, что у нас как минимум вот в рамках этого окна между нашими очередными пентестами уровень риска отклоняется не сильно далеко от оптимального уровня, и мы это проверяем как раз-таки на постоянной основе, выполняя этот пентест раз за разом в течение года. Что из себя представляет постоянный пентест? Это, наверное, будет субъективно для каждой организации. Для кого-то это будет пентест раз в месяц, для кого-то это раз в неделю или там, раз в 2 недели, для кого-то может быть достаточно раз в 2 месяца. Но уж точно не 1-2 раза в год, потому что современные сети меняются значительно быстрее, чем 1-2 раза в год абсолютно однозначно. За счет появления новых пользователей, за счет появления новых устройств, новых систем. А выполнение ручного пентеста повторного – это, как правило, трудозатратно, накладно. В чем еще такая некая уникальная ценность, которую можно получить, если выполнять пентест автоматическими средствами? То есть, понятное дело, что вот эту вот схемку с постоянным пентестом можно реализовать, только применяя автоматизацию. То есть мы не можем позволить себе приглашать пентестера-консультанта раз в месяц, просто потому что 1 месяца может, в принципе, не хватить для выполнения полноценного пентеста в масштабах всей сети. Это раз, но, а с другой стороны, это будет еще и стоить каких-то непомерных денег. Поэтому автоматизация пентеста – это, в принципе, единственный подход, единственное решение, которое позволяет добиться реализации постоянного процесса практического анализа защищенности. Ну и как это выглядит изнутри в случае, если мы описываем процесс в неких визуальных таких терминах. На данном слайде приведен пример использования инструмента автоматического пентеста в рамках процесса управления уязвимостями, который является одним из подпроцессов управления рисками. В данном случае наиболее трудоемкие шаги 3, 8 и 10, они существенным образом упрощаются за счет автоматизации пентеста, за счет инструмента автоматизации. Во-первых, для проведения самого тестирования не нужно тратить собственных ресурсов, не нужно привлекать внешнего подрядчика, не нужно согласовывать ТЗ, планы, графики работ, не нужно затрачивать свои ресурсы, достаточно один раз настроить задачу, нажать кнопочку «Запустить» и дальше, собственно, дождаться результата. При постановке задач на исправления каких-то найденных слабостей, уязвимостей, мы также экономим свои силы, ресурсы за счет того, что нам меньше приходится дискутировать с целью обосновать необходимость закрытия уязвимости, потому что ссылки на конкретные векторы атак будут формироваться также инструментом автоматизации. То есть если пентест выполняется, то результатом пентеста являются конкретные достижимые реализуемые векторы атак. И эти векторы атак, они естественным образом попадают в отчет по пентесту. И эти векторы атак являются обоснованием для того, чтобы закрыть те слабые места, которые позволили их реализовать. То есть облегчается коммуникация между разными подразделениями в организации, которая, как правило, носит всегда такой напряженный характер. Очень часто между отделом ИБ, отделом IT неоднозначные приоритеты. Здесь приоритеты можно согласовать гораздо проще, гораздо быстрее за счет инструмента визуализации в рамках автоматизации пентеста. Опять же, после того, как мы провели тест, поставили задачи по исправлению, применили компенсирующие меры или закрыли уязвимости, в зависимости от того, какую стратегию мы избрали. Важно проверить, что действительно весь риск был снижен до приемлемого уровня. Как это сделать? В случае с традиционным подходом, с классическим подходом, мы должны, опять же, заказать повторный пентест. Это еще раз потратить столько же времени на организацию проекта, еще раз потратить столько же денег на привлечение подрядчика. Ну и, собственно, не всегда это можно реализовать. По крайней мере, не для всех сценариев это будет экономически целесообразно. При наличии инструмента автоматизации мы просто нажимаем кнопочку «Запустить ранее настроенную задачу», проводим повторный тест на шаге 8 в данном случае и тем самым подтверждаем, были ли выполнены все задачи по исправлению, по компенсации риска. Если нет, ставим задачи на доработку и по новой проверяем столько раз, сколько нам это нужно. И в конце концов, естественно, формируем отчет, который может пойти уже к руководству дальше и обоснованно показать. Изначально риск был такой, потом применены были такие-то меры, риск был снижен до приемлемого уровня, и вот доказательства. Векторы атак были раньше такие, теперь стали там в 2 раза короче и в 2 раза менее рискованные. Поэтому за счет автоматизации этот процесс получается в принципе реализуем. Это раз, ну и реализуем на постоянной основе. И дает существенные выгоды именно с точки зрения трудозатрат, с точки зрения эффективности, итоговой эффективности процесса, учитывая и какие-то издержки коммуникации между подразделениями и учитывая издержки на привлечение сторонних ресурсов на проведение пентестов. Ну и теперь, если чуть более системно поговорить про отличие автопентеста от других решений, которые используются так или иначе для анализа контролей безопасности. Начинали мы говорить про сканеры. Сниже, я думаю, начнем сравнение. То есть сканеры для многих это просто незаменимый инструмент, просто потому что он нужен для выполнения регулярных проверок для соответствия требованиям регуляторов. И это как бы нормально. Если у нас эффективно налажен процесс патч-менеджмента, то сканер нам тоже будет хорошим подспорьем для проверки, демонстрации того, что патч-менеджмент работает качественно. Но в конечном итоге сканер дает нам теоретическую оценку рисков. То есть он не покажет нам все возможные уязвимости, все возможные векторы атак, и он не покажет нам то, что наиболее приоритетно. С другой стороны, автопентест дает всегда только практическую оценку защищенности, фокусируясь на реальных угрозах, выстраивая полные достижимые, реализуемые векторы атак, дает быстрый ценный результат, то есть в сравнении с тем же ручным пентестом это будет, и даже в сравнении с отчетами сканеров, которые требуют ручной доработки, время получения ценного результата на порядок меньше. Ну и таким образом автопентест позволяет реализовать именно экономически эффективный подход к управлению рисками ИБ, управлению уязвимостями в частности. Если обратиться к Гартнеру, то одна из недавних их публикаций в плане рекомендаций по приоритетам в области информационной безопасности на 2020-2021 годы заключалась в том, что не старайтесь пропатчить все возможные уязвимости, фокусируйтесь на том, что действительно достижимо, эксплуатируемо и несет за собой какой-то ущерб. Это как раз, то есть Гартнер призывает к тому, чтобы мы не просто отталкивались от плоского отчета сканера, а пытались смоделировать эксплуатацию, выполнить эксплуатацию уязвимости, смоделировать реальные векторы атак, а в этом нам может помочь только инструмент либо автоматического пентеста, либо ручного пентеста, но о ручных пентестах это будет чуть дальше. Второй, такой более-менее классический вариант, который используется практически повсеместно большинством организаций, это ручной пентест. Ну и, собственно, в сравнении с ручным пентестом автопентест имеет тоже свои, собственно, ограничения, свои преимущества. Если говорить про то, в чем автопентест уступает ручному. Ручной пентест может быть как формальная потребность тоже по соответствию требованиям регуляторов и может требовать выполнение внешнего тестирования и может требовать, чтобы это было именно услуга, профуслуга от интегратора, а не инструментальный тест с помощью технологии. Здесь, понятное дело, что напрямую ответить нельзя на это требование. С другой стороны, тестирование веб-приложений, каких-то кастомных приложений, для которых важно понимать внутреннюю логику, ее нельзя провести никакими автоматизированными средствами, это обязательно должен делать человек, поэтому автоматизация здесь слабо поможет. Но с другой стороны, что касается непрерывной оценки защищенности, что касается масштабирования проверок и, опять же, быстрого получения ценных результатов, здесь у автопентеста нет равных, то есть здесь просто, наверное, ручной пентест, автопентест абсолютно несравнимы как раз за счет того, что автоматизация на порядок ускоряет выполняемые проверки и позволяет их делать максимально дешево с произвольной регулярностью, с произвольным масштабом. Опять же, получая экономически эффективный подход к анализу защищенности. Есть некоторые другие, такие уже более, наверное, нишевые решения. Мы говорили, что всего решений 5, которые укладываются в блок пентестов, точнее, в блок анализа защищенности, включая сканеры, включая пентест. Всего 5 разных подходов, которые сформировались как свои рыночные ниши. Ну, самые из них такие массово употребимые сканеры уязвимости, сканирование на уязвимости, ручной пентест. Поэтому начинаем с них, но есть более такие нишевые подходы, которые также имеют свою определенную востребованность на рынке. Поэтому важно с ними тоже построить некое сравнение. Выполняя пентест, у нас есть выбор. Применять инструмент автоматизации, полной автоматизации пентеста, либо привлекая внешнего подрядчика, либо используя внутренний наш ресурс, свою экспертизу, если у нас есть люди. И в дополнение к этой экспертизе инструментальные решения по выполнению этих тестов, единичных проверок в рамках этих тестов. Эти инструменты называются Network Penetration Testing Tools. К ним же формально относится единственное известное нам на текущий момент решение автоматизации – это Pentera, но об этом чуть дальше. В чем здесь нюанс? В том, что автопентест подразумевает все-таки автоматизацию полного цикла, а Network Penetration Testing Tools позволяет только проверить какие-то отдельные шаги. То есть вся аналитика, все формирование логики, планирование логики развития атаки, весь анализ получаемых результатов, связка разных шагов в рамках цельного вектора атаки, это все ложится на плечи пентестера-консультанта, внутреннего либо внешнего, неважно. Ну, в данном случае внутреннего, если мы выбрали для себя Network Penetration Tools как инструмент для пентеста внутри нашей организации. Поэтому здесь ограничения будут примерно те же самые, что и в случае с ручным пентестом. То есть, да, можно с помощью Network Penetration Testing Tools провести тестирование веб-приложений, понимая, эксперт будет понимать логику устройства этих веб-приложений и логику собственных кастомных приложений, сможет написать какие-то ручные проверки для инструмента автоматизации. Но здесь, опять же, не будет речи идти ни о какой непрерывной оценке защищенности, масштабирование будет столь же сложно, сколь при ручном пентесте, потому что будет требовать пропорционального роста трудозатрат от человека-исполнителя. Ну и, собственно, поэтому автопентест, опять же, здесь позволит получить более быстрый ценный результат, позволит получить более эффективный экономически эффективный подход по оценке риска, снижению риска. И выполняя эту оценку максимально непрерывно и в произвольном масштабе в инфраструктуре. Ну и в завершении мы не можем обойти тоже стороной одной из таких новых направлений Breach and Attack Simulation, которые также пытаются некоторым образом автоматизировать частично задачи пентеста, но здесь есть определенные тоже нюансы. В первую очередь, баз-системы, они фокусируются зачастую на тестировании периметра, на пробивании периметра, работая из облака. И любая баз-система выполняет проверку настроек индивидуальных средств защиты, а не всего комплекса безопасности, как это делается в рамках полноценного ручного пентеста, либо в рамках автоматизированного пентеста. Соответственно, опять же, здесь мы видим, что в случае с автопентестом мы получаем практическую оценку и фокус на реальных угрозах. Breach and Attack Simulation выполняет симуляцию, а не реальную эксплуатацию, поэтому эту оценку нужно еще и дорабатывать, опять же, вручную, пусть меньше, чем в случае со сканерами, но тем не менее. Анализ в произвольном масштабе доступен в случае автоматизированного пентеста, в случае с баз-системами это очень трудоемкая, труднодостижимая задача, просто потому что баз по принципу по своему построен так, что проверяет точечно на каких-то модельных объектах, каких-то модельных активах, там, периметровых или внутренних. Анализ сети в комплексе с учетом всех внедренных средств безопасности доступен в случае автопентеста и недоступен в случае с баз. Опять же, потому что баз-система, она работает вокруг каких-то индивидуальных векторов атак, направленных на каждое конкретное индивидуальное средство защиты для тестирования его эффективности без привязки к остальным. Ну и опять же, за счет того, что система баз, большинство из них работают в облаке, а автопентест, если это внутренний инфраструктурный пентест, он работает внутри сети без доступа в интернет, то, опять же, позволяет обеспечить меньший риск разглашения информации и там меньше зависимости от там, связи с облаком, от каких-то регуляторных ограничений, внутренних или внешних. Ну и, собственно, на текущий момент нам известно только одно реальное рабочее решение по автоматизации пентеста – это Pcysys Pentera, разработки израильской компании Pcysys. Есть отчет, который аналитики Гартнер выпустили в октябре 2020 года, Cool Vendor, куда попала компания Pcysys, где, собственно, Гартнер называет Pcysys Pentera уникальные технологии, которые автоматизируют весь цикл задач, выполняемых в рамках пентеста. Поэтому, собственно, вопрос актуальности – это не наше личное мнение, это факт, подтвержденный Гартнером, ну, на текущий момент. Естественно, мы ожидаем, что рано или поздно появятся некие конкуренты. А какие выгоды дает Пентера в дополнение вот к тем пунктам, про которые мы только что проговорили? Ну, в первую очередь, для бизнеса Пентера, автоматизация пентеста средствами Пентера дает экономически эффективное повышение защищенности сети. Для подразделений IT и ИБ это практическая проверка безопасности сети с учетом всех внедренных средств безопасности, с учетом всех особенностей окружения, позволяет приоритизировать задачи по исправлению, по повышению защищенности на основе реальных угроз, на основе реальных подтвержденных векторов атак. позволяет снизить затраты на анализ защищенности, опять же, за счет того, что большой пул задач автоматизируется и не нужно их выполнять вручную, и снижает косвенным образом затраты на повышение защищенности за счет того, что фокусирует наше внимание на том, что действительно достижимо, важно, релевантно в данный конкретный момент времени, в данной конкретной сети, конкретной организации. Ну и вот как на примере одного из процессов мы увидели, решение автоматизации пентеста позволяет обеспечить эффективную коммуникацию между подразделениями IT и ИБ в плане именно обоснования приоритетов исправления тех или иных уязвимостей, тех или иных слабых мест в сети. Потому что когда мы видим наглядный визуальный вектор атаки, то, собственно, ни у кого не возникает вопросов, сомнений в том, что действительно этот вектор достижим и что уязвимости необходимо исправлять. Поэтому это также такой немаловажный момент. Соответственно, на этом я как бы свою основную мысль заканчиваю. Если вопросов я в чате не заметил, если у кого-то какие-то возникли вопросы сейчас и готовы задавать, то спрашивайте, мы обязательно ответим, у нас время еще есть. Если кто-то еще не знаком с решением Pcysys Pentera, то мы всех приглашаем на персональную презентацию по продукту, по решению. Проведем для вас с радостью и презентацию краткую системы в виде обычной слайдовой части теоретической, и покажем короткую видеодемонстрацию системы, и покажем, если будет желание, если будет интерес и время, интерактивную демонстрацию системы на нашем стенде, и организуем пилотный проект, если это будет актуально. Всем спасибо. Если вопросы, предлагаю подождать, наверное, еще какое-то время. Может быть, вопросы появятся. Если нет, ну, то минут через 5 будем, наверное, завершать. Коллеги, также хочу обратить внимание, что если у кого-то есть вопрос, который бы он хотел бы лично задать, да, получить персональную консультацию, то вверху экрана есть полоска, можно заполнить форму, и мы свяжемся с вами для обсуждения вопросов. Так, появился вопрос. Да, я вижу. Есть ли, кроме Пентеры, подобные решения? Ну, вот на текущий момент, нам неизвестно ни о каких аналогичных решениях. Ну, и на момент, на октябрь 2020 года их не существовало, потому что, ну, собственно, Гартнер провел свое исследование, да, и как бы явно сообщил о том, что Пентера – это уникальный продукт на рынке. Я сейчас ссылочку я приводил на одном из слайдов в рамках вебинара, но продублирую сейчас ее, наверное, в чат, чтобы удобнее было при желании, при возможности перейти по ссылке, почитать эту публикацию. Есть ли интеграция у Пентера с другими инструментами безопасности, какие преимущества дает? Значит, Пентера может интегрироваться, ну, самая, наверное, ценная интеграция, на мой взгляд, это интеграция с решениями SIEM. Пентера в процессе работы может, в процессе выполнения своих автоматических действий по пентесту, отправляет полный журнал всех своих действий в SIEM-систему, и в эту же SIEM-систему приходят события от средств защиты. Это позволяет протестировать и повысить эффективность процессов реагирования, повысить эффективность команды процессов SOC, ну, либо эффективность самих решений безопасности, если мы видим, что где-то нету адекватной реакции от средств защиты. Есть другие интеграции, то есть, в частности, Pentera может интегрироваться с решениями CyberArk для получения учетных данных для выполнения тестирований в режиме Greybox по безопасному каналу из Vault и CyberArk, чтобы не вводить эти учетные данные вручную открытым текстом. И есть варианты интеграции по API, где, собственно, партнеры-интеграторы могут проявить свой творческий подход и интегрироваться практически с любым решением. Ну и вот по IP, например, есть интеграция с решением Palo Alto XOR с точки зрения как раз автоматизации процессов реагирования на инциденты. Такой более высокоуровневый подход на уровне, как сказать, инициирование конкретных плейбуков, конкретных процессов реагирования по факту проверок в рамках автопентеста. Ну что, вопросов как-то не сильно много. Ну, на самом деле, да, у нас все-таки сегодняшний вебинар был посвящен скорее такой концептуальной процессной части, нежели продуктовой. Если бы у нас речь шла о продукте, возможно, что про продукт вопросов бы возникало больше. Но здесь, опять же, я возвращаюсь к своему предыдущему призыву. Если интересно поговорить про продукт более фокусно, более прицельно, более предметно, то, естественно, мы всех ждем. Обращайтесь к нам, к коллегам из «Диалог науки». Мы с радостью организуем трехсторонний такой созвон узким кругом и проведем уже максимально подробную презентацию, демонстрацию системы. Коллеги, ну вопросов вроде бы нету. Думаю, можно тогда заканчивать. Большое спасибо всем за участие, Валерию за интересный доклад. Если будут вопросы, конечно, обращайтесь к нам, мы ответим. Большое спасибо и хорошего дня. Да, коллеги, всем спасибо за внимание. Хорошего дня, остаемся на связи. Всего доброго. До свидания.